По всему Одинцовскому району продолжаются работы по благоустройству и дорожному ремонту. В рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» работы проводятся в рамках контракта на содержание дорог общего пользования и будут завершены в июле. Как отметил глава Одинцовского района, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, на территории Жаворонковского поселения в настоящий момент ремонтируют 2043 квадратных метров дорожного полотна. На сегодняшний день уже приведено в порядок более 500 квадратных метров. В настоящий момент сотрудники коммунальной службы также облагораживают детские площадки и придомовые территории. Ремонтируют дороги, борются со стихийными свалками, которые в дачный период увеличиваются в разы.